Что, Лиза, поняла теперь, что всегда надо слушаться отца? Послушалась бы, сидела бы сейчас в дамском журнальчике, сочиняла бы статейки про кто как красить ногти. Да, да. Теперь-то отцовские советы мимо ушей не пропустишь? Нет, нет. Пап. А. Я вообще, наверное, брошу журналистику. Мне как раз перед поездкой сюда другую работу предлагали. Гораздо лучше. А что за работа-то? Самая благородная, врач. Месяц подготовки и начну с ассистента, а там посмотрим. Ну, ехать, правда, далековато. Ну и куда? В Непал. У них в Непале с медициной трудно, а Красный Крест... Лиза! Да, пап? Давай с тобой об этом дома поговорим. Хорошо, пап.